комментарий по этой встрече. And please your comments on tonight's game. Good game. Хорошая игра. Мы играли в умный хоккей, и большинство у нас было хорошее. Хорошо сыграли. За счет чего все-таки удалось переиграть Нижнекамск? But due to what? Thanks to what exactly you managed to win tonight's game? Exactly. Yeah. I think everyone played good. We started to get a lot of wins. Все играли хорошо. У нас в последние игры пошли победы. Команда обрела уверенность. И вратарь хорошо сыграл. Я думаю, вся команда заслужила. На счету темы сегодня три заброшенные шайбы. Да, вот две из них получились курьезными. Как бы он прокомментировал, особенно первую. Специально ли бросал? You scored three goals today, tonight, and two of them were a little bit curious. How could you comment, especially the first one? Was it your intention to shot? Yeah, somehow I felt like I'm gonna. В общем-то, да, я стараюсь просто бросать по воротам. Наверное, этот хитрик один из самых таких некрасивых хитриков в истории хоккея, но повезло.